Ребята, всем привет! Сейчас вы на канале Лерон. Сегодня будет тема о покупках в Турции. Недавно я была в Турции, ездила в город Аланья. Там достаточно много городских отелей всяких. И расскажу вам про сладости с Турции, всем известные сладости. Если вам интересно, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. И начнем. Сегодня я вам покажу вот такую покупочку рахата лукума. Вот, здесь около 2 килограмма. И цены, я вам скажу, очень разные. То есть мы заходили в один торговый центр, там очень много продавалось всякого рахата лукума, всякого щербета, халвы. Но стоило около 40 лир стоило. 40 лир это примерно 600 рублей, так как мы умножаем на 15. И получается, если будет 2 килограмма, то будет 1200 рублей. Я же купила на рынке. Там часто устраивают рынки понедельник, четверг. Очень большой рынок. Очень много сладостей, много фруктов дешевых. Так вот, мы спрашивали очень много, где рахат лукум. За сколько они продают его? Они нам продавали, 35 лир, 40 лир, 45 даже было лир. И вот одного парня мы нашли, вот он продавал за 25 лир. Неважно, какой рахат лукум, но 45 лир. Так вот, я купила 2 килограмма и отдала сколько? 750 рублей. Я отдала всего лишь 750 рублей. Это получается, я отдала 50 лир всего лишь и купила очень много сладостей. Он мне нарезал всяких много вкусов и получилось 2 килограмма. Сейчас я вам расскажу подробнее о каждом, какой вкус и какой лучше брать. Поехали! Вот этот вкус у нас банановый, он выглядит вот так, банановый. Следующий идет у нас какой-то медовый, он вот медовый идет. Следующий идет вот такой, даже не знаю, что за стружка наверху, вот нам даже не могли объяснить, что это за стружка. Следующий у нас идет это гранат. То есть гранат с орешками идет. Потом идет рулька с козьим молоком. Вот такая она. Дальше идет вот такое вот тоже козье молоко с орешками. Вот сверху у нас арахис, а внутри вот такая прослойка шоколадная получается. Следующий у нас идет шоколадный. Вот так он выглядит, закрученный. Следующий у нас апельсиновый, вот он тоже закрученный. Дальше нам повторили еще раз вот такого. Потом вот это вот арахис, а этот фисташки сверху, да, фисташки. Вот такая рулька. И вот это вот у нас клубничный с орешками внутри. И вот это вот клубничный, только вот он вот так завернутую рульку. Вот, ребята, что я вам хочу сказать, что я вам посоветовала бы лучше брать на рынках где-то, потому что в магазинах они очень загибают цены. Особенно, когда едешь после отеля, едешь в аэропорт, завозят абсолютно всех в магазин Сорбет называется, вот там вообще цены, там такие цены, там рахат лукум продают очень дорого. Я даже смотреть не хотела туда. Так что, ребята, лучше брать на рынках где-то. Не бойтесь брать на рынках, потому что можно всегда попробовать.
все вкусы, там договориться, как-то проторговаться. В магазинах такого нельзя сделать, к сожалению. Итак, ребята, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я буду всем рада, всех вас жду, и до скорых встреч, пока-пока!